Немножко дальше виднеется самый большой в мире книжный магазин. А перед ним вот расположено такое озеро. Сделано оно искусственно. Здесь же рядом очень современный со скульптурами парк. Отличное и дружелюбное место для библиофилов, расположенное в тихом месте на зеленом холме. Он состоит из различных отделов, где можно купить канцелярские товары, детские и взрослые книги, посидеть в кафе или позаниматься своими проектами в спокойной обстановке. Кафе, которое посвящено желтой телефонной будке в Тегеране, она очень популярна, как в Лондоне красная, в Тегеране желтая. Этот рынок стал популярный как Джомех Базар, пятничный рынок, примерно 15 лет назад в Тегеране. Здесь всегда интересно наблюдать как за продавцами, так и за посетителями, в основном модными, молодыми и творческими. Чтобы понять истинную суть рынка, нужно самому почувствовать его и погулять среди совершенно уникальной толпы людей. Музей современного искусства в Тегеране считается одним из самых больших ценных коллекций западного современного искусства за пределами Европы и США. Здание будто олицетворяет собой оазис пустыни и напоминает некий подземный бункер, где можно спастись от палящего солнца и охладиться. Музей Мохаддам – один из самых красивых музеев в городе. А еще он ценен исторически своей удивительной архитектурой и редкими, изысканными экспонатами и плитками. Это литературное кафе, которое удобно разместилось в старом доме, где есть своя библиотека. В ней хранится более 3000 книг. Парк Милад был основан в 1976 году. Его площадь составляет около 34 тысяч гектаров.
В этом парке около 120 различных видов деревьев и кустарников. Искусственное озеро, 4D-кинотеатр, статуи иранских скульпторов и даже небольшой зоопарк. Лучше приходить сюда вечером, чтобы полюбоваться подсвеченным особняком, построенным в период правления Каджаров. Самое большое озеро в Тегеране Чидгар искусственное и особенно нарядное вечером. Здесь много ресторанов на любой вкус, торговый центр и аттракционы. А еще хороший воздух. Тегеран вообще контрастный город. Здесь есть и старая часть, и новая. Если вам нравится мое видео и было полезно для вас, подписывайтесь на мой канал, а я обещаю снимать еще более интереснее для вас.